Но спасут ли страну кредиты? По подсчетам ООН, 60% украинцев живут сейчас за чертой бедности. Об этом заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер. В Украинском институте демографии уточняют, что речь идет о снижении национального дохода из расчета на одного человека. За 25 лет он упал почти на 32%. Это уже не первые отрицательные показатели. По итогам прошлого года Украина опустилась на 3 позиции в рейтинге ООН, заняв 84-е место среди 188 стран. Что касается Украины, мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц и 2,8 миллиона людей с инвалидностью и о том, что 60% населения находится за чертой бедности.